он сейчас говорит угрозе. Я чувствую, я должен спросить, куда идете. Я наблюдал. И вы какую кнопку нажать не можете, сумки, вот вы вещи не стоите. А я его позвал, я 15 дом живу. А 15 дом сколько? Правильно? 68 человек. Комнат. Я всех не знаю. У меня 3 месяца прошло. Третий, четвертый месяц проходит. Работаю здесь. Все я не знаю же. А мне он блатной. Я не блатной, я спокойно спрашиваю. Ханахапон, я сейчас понтуюсь, я с вами, будьте любезны, я в РУВД позвоню. Так не бывает, вы мне сказали, ты блатной, я тебя научу, ача. Кто ты, где живешь? Вы спросили паспорт. Паспорт должен с собой таскать. А вы вначале сами не представились. Вы просите паспорт. Я гражданский не стою. Ты прекрасно знаешь, что я милиционер и участковый здесь стою. Хорошо. Ты не блатуй мне, вот. Я как? Такой таких, ты я не блатную, ах, я видел. Ты можешь сказать прокуратуру. Я не говорю. Хорошо. У тебя знакомый есть? У меня, я закон работаю. Я как грубо. Ты стоишь, не признаешь как-то. Я сразу ты подошел. Ты сам блатной, как будто все остальные не блатные. У тебя, у русских. Я не русский. Я говорю, русский, я тебе не говорил, ты русский. Я говорю, русских есть один присловица, братчики. Какая? Что не имею? Я блатной, блатных не имею. Я сам блатной, я таких блатных, как ты, ненавижу. О, я будьте любезны разговаривать, ты стоишь. Я нормально подошел. Ты красавец, отличник. Не ты не виноват, я виноват, правильно? Понял? Как считаешь? Вот Амир Алимхана скажи, я права качаю. Я не второй день или пятый год. Я 23 лет работаю уже, стаж у меня. Вот. Просто надо вежливо разговаривать. Я в форме стою, а куда? Кабинет приглашаю тебе. Ты рядом вот здесь стоишь. А что тогда не пришел? Ты пришел сюда. Я же пришел. Ты в форме стоишь, ты пришел. Я правильно? Подошел. Мы подошли. Правильно? Если я граждан... С уважением к вам, что вы нет. В форме. Мы эй, подошли, умный. Окей. Ты там стоял, хорошо. Позвал, ты пришел, правильно? Правильно? Хоп, позвали. Подошел? Подошел, правильно. Я позвал? Позвал, пришел. Я в форме стоял, пришел, да? Я же пришел. Если я гражданский был бы, ты странно смотрел. Кто он такой? Да? Правильно? А я в форме стоял, я позвал тебя. Да. Что это? Мой территория, дом. Я подошел. Не относится. Ты подошел. Подошел. Я тебе спрашиваю, паспорт есть? Ты сказал, я сказал с собой, 15-й нет. Дом, я живу. Да, он вещь хорошая. Вот я от нее тоже спрашиваю, ты живешь, муж, это братчика у тебя, без паспорта ходит. Я тоже без паспорта. Я отвечать будешь ему? Да, я тоже как? Без паспорта хожу. Ну, отвечай. Он к нам приехал в гости. Ты кто? Я его родственник. Хо? Хо. Паспорт где его? Он все время без паспорта приезжает. Почему? Потому что он здесь гражданин Узбекистана. Гражданин Узбекистана? Да. Сырдарья же прописан. Сырдарья. Сейчас же отменили. Кто не отменил? Он у нас не живет. Вот, он приехал два дня назад. Кто отменил это? Если областной он приезжает. Он же здесь не проживает. Он в гости приехал на один день. Окей? Нервы играешь, да? Я не говорил все, что он проживает здесь. Я говорю, с собой паспорт нету, говорю. Отвечай, говорю я тебе. Ты отвечать сможешь? А что мне надо делать? Ты сейчас сказал, отменили это? Кто отменил? Чтобы с паспортом ходить. Кто отменил? Все время ты отвечаешь ходит. За это слово? Интернет заходишь? У меня знакомые тоже областные ходят. Знакомые тупые у тебя. Что хорошо. Такое знак? Вот у меня новый кодекс. Хорошо. Харьина кодекс берет обязательно, ей не кодекс. Ты интернет заходи и узнай тогда. Потом умничать будешь. О? Хорошо, узнаю. Вот новый кодекс. Кайди, если этот кодекс останется, старый будет, вот это мы вырежем и потом новую статью вот сюда поставим, клеим. И покажем, кто это что-то там поменялся. Если новую покупаем, поставим. Вот это новый. И как будто это областной придет, теперь без паспорта может ходить. Даже ташкентского невозможно. Без паспорта ходить. Если хоть ташкентский ты прописан, должен паспортом ходить.
Теперь на голову у меня это лицо не написано, кто ты, когда родился, где прописан. Хорошо. Судимый или не судимый. Такой умный, не умный. Хоп. Хоп. Нет у нее паспорта? Докажи. Отвечай тогда. Ну, паспортом. У знакомого позвони. Хорошо. Скажи, участковый так говорит. Паспорт должен быть оказан. Я... Вот, дай два недели, 30-15 паспорт оформляют. Вот 223 статья. Ты здесь сидишь, умничаешь. Я не умничаю. Вот то холяни ему плакали, я говорю. Просто керевожу, блатной я говорю. Он весь харсакес. К Елене Сергеевне пришли вещи принести детские. Он весь харсакес. Шахмедова Лилия Рашидовна мама. Хозяйка квартиры. Я ее сын. Шахмедов Руслан Равкатович. Очень приятно. Да. Нет, не буду. У кому-то можешь говорить, иди сюда, и ты там разговариваешь, можешь? Ты сейчас выходишь, телефон, угрозу делаешь, я сказал. Что угроза? Угрозы такой не бывает же. Как? Угроза. Как угроза? Ты слова отвечать будешь? Все, хоп. Я отвечаю ему, паспорт нет. Что будет делать? Нет, нет. Отвечай. Один способ есть. Один путь есть. Какой? Весь дом не оформляешь, все. Родителям скажешь, паспорт принесет, штраф сделают, они штраф заплатят и потом уводят. Что будет? Весь дом не прописан, не с паспорта. А у телефона есть фото, паспорт? Я не верю на это незаконно. Если на принципе проект. Ты позвони ему, участковый, кто там, милиционер? Я никого не знаю. Прокуратура, это, Интерпол, там, президентский аппарат работает. Скажи, участковый, так говори, скажи. Закон есть такой, да, скажи. Вот, Олег, тузель есть, панельный, бездомный, держит. А отсюда автобусом вывозят, если когда это... Праздник большой. Если не так, там удержат и кормить будет его. Паёк даст. За один день почём-то заплатим будет. И потом 223 статьи они административно оформляют штраф. Сейчас 2300. Игорь Ильич, дядя Масьев, вон он, легкий, где умный.